Военнослужащие Минобороны Казахстана эвакуировали 42 пассажира из Афганистана. Сегодня военно-транспортный самолет благополучно приземлился в Алматы. Среди прибывших 25 наших соотечественников, 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства Казахстана. Отмечу, что на борту находились и 14 граждан Кыргызской республики, россиянин и литовец. Они ранее обратились в посольство нашей страны с просьбой о содействии в транспортировке. Сегодня также стало известно, что в МИД Казахстана обратились переселенцы из Афганистана с просьбой вывести из горячей точки их родственников. Ответ внешнеполитического ведомства не заставил долго ждать. В последние дни участились случаи обращения в посольство Казахстана различных групп граждан, представляющих себя казахами. Но на самом деле они не могут представить никаких доказательств. Некоторые из них элементарно не говорят на казахском языке и не могут рассказать об истории переселения своих предков на территорию Афганистана и родоплеменных связях. При этом Смадьяров сообщил, что МИДом проводится тщательная проверка всех заявлений и просьб об оказании помощи в возвращении на историческую родину этнических казахов. Решение этого вопроса займет некоторое время.